Сергій Росляков, ювелір, член Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства, директор Миколаївського художнього музею імені Верещагіна, автор численних публікацій з теорії та історії образотворчого мистецтва. Так, доброго ранку вам. Добре. Вітаю в нашій ранковій студії і вітаю вас сьогодні з вашим професійним святом також. День ювеліра сьогодні. І ви до нас сьогодні навіть завітали не з пустими руками, так? Ні, не з пустими. Так, будемо мати цю розмову. Але спочатку все ж хочеться вас дізнатися, тому що знаю, що у вас історія із цим ювелірною справою досить така цікава. Як ви до неї долучилися? Чому, можливо, ви обрали для себе ось таке мистецтво? Ой, ви знаєте, історія – це дуже довга, я думаю, не буду утомляти зрителей, скажу коротко. Для того, щоб цим ділом зайнятися, треба зустрітися з учителем. З учителем, який покаже, розкаже, научить. Мені повезло, у мене такий учитель був. Вот це було доволі давно, четверть віка назад практично, да. І с тех пор вот я с этим делом, ну, не расстаюсь, когда больше, когда меньше. И специально принес показать свои работы, несколько работ, которые были довольно давно сделаны. Вот, но они памятные, потому что они выставочные, это экземпляры. Эти экземпляры, ну, носить их, наверное, незручно, как говорится, да, неудобно. Але вони дійсно дуже гарні. Я так бачу, що ви в різних техніках, так, працюєте? Да, це колекція, вот такая небольшая, я взял 4 перстня, которые связаны с историей Востока. Древние, да, покажите. Я повинна вашим глядачам показати, які. Покажите. Вони дуже такі цікаві, гарні. Это образы, да. Ну, так получилось, что вот сказали меня, представляя, что у меня есть публикации. Я действительно много-много-много лет, даже, наверное, уже можно говорить десятилетий, не одно десятилетие, занимаюсь историей культур древних народов. И поскольку в основном, в общем-то, вся история началась на Востоке, и вот эти четыре перстня, они посвящены четырем главным, на мой взгляд, культурам Древнего Востока. Естественно, это Шумер древний, древние шумерийцы, основатели письменности. Это Древний Египет, куда без Египта, никуда не денешься. Это Ассирия, тоже древнейшее государство Востока. И Израиль, тоже одно из древнейших государств, которые были на Востоке. Ну и тут вот еще рядом лежит такой большой кулон, значит, такой в виде трипольской куклы, трипольской скульптуры. Вот это уже наша культура и посвящена Триполью, трипольской цивилизации, которая была, в общем-то, на территории, в том числе, кстати, Николаевской области. Были трипольские поселения на севере. Ну, есть такие, во всяком случае, находки археологов. Сколько у вас идет часу на то, чтобы сделать вот такие выробы? Ой, вы знаете, вот такой вот перстень, он меньше, чем за один месяц не делается. Это большая работа. Здесь же и камень присутствует, и металл. То есть тут получается, что работа разделяется между работой с металлом и работой с камнем. Это разные. А це ще шокрема, що ще ескіз треба зробити, по чому, ну, так його робити? Начинається все з ідеї. Начало ідея, от Восток, який образ. Потім виникає ескіз, звісно, без ескізу нічого не робиться. А вже потім робота в матеріалі йде. Обрабатується камінь, достатньо трудоємкий процес. Під нього робиться каст, так називаємо, це те, що держит камень, ведь камень не может быть приклеен, да, правильно? Ну, значит, деякі, можливо, коли так випадає камінчик, можуть приклеїти його, ну, що робити? Ну, это неправильно, это не ювелирные методы, да. Должен быть металлический каст, который держит камень. Ну, и вокруг него уже, ну, в данном случае, это мы речь ведем о перстнях и кулоне, есть еще другие виды дамских прикрас, значит, и серьги, и браслеты, гривны. Я уже не говорю про диадемы, но это редко очень. То у вас такая велика практика, так, у цих виробів? Практика достаточно большая, да. Слухайте, ось багато от ми говоримо про прикраси, але ж от бачимо, що це дійсно така ювелірна робота, кропітка така важка. І коли купуємо, не хочемо, щоб вона була дійсно
була зіпсована, тож як нам краще доглядати за прикрасами нашими? Тому що багато, знаєте, можливо, у вас є свої практичні поради, тому що ми багато читаємо і кажуть, одним способом не можна їх чистити, інші кажуть, що таким можна, а іншим ні. То от як, що нам робити з нашим прикрасом? Наприклад, із золотом, як за ним доглядати правильно, щоб воно не зіпсувалося? Ну, смотрите, з більшинства металів дорогоцінних, якими пользуються все люди, практически все, я думаю, женщины, все те или иные прикрасы носят, да? Значит, есть серебро, есть золото. Это разные металлы совершенно. По поводу золота следует сказать, что это очень мягкий металл. Очень мягкий металл. И металл, который легко разрушается, в принципе, да. Ну вот, например, главный мой совет номер один будет такой. Значит, всем, кто носит те или иные украшения ювелирные, старайтесь к ним бережно относиться. То есть, ну, прежде всего, старайтесь их не повредить. То есть, не надо в кольцах мыть посуду, не надо работать... Ты про что наши инкои, да, девчата забывают? Не надо работать в саду, земельными работами, в... кулонах, потому что, ну, ветка зацепит вам золотую цепочку, она просто элементарно разорвется, потому что это очень хрупкий материал. Очень механических повреждений надо стараться избегать, прежде всего. Плюс смотреть внимательно. Значит, смотреть, дело в том, что особенно вот цепочки, которые так любят многие люди, значит, и мужчины, кстати, и женщины, тут, по-моему, в равной степени, они очень быстро изнашиваются. Вот если вы возьмете, вот дома проведите такой эксперимент, возьмите свою цепочку, которую вы долго носили, и посмотрите в крупную, в хорошую лупу, там, 10-кратным увеличением, вы увидите, что там эти звенья, они уже изношены, они вот-вот порвутся. А скільки взагалі період носіння? Ну, це від інтенсивності залежить. Тут нельзя сказати точно. Да. Треба дивитися, так? Да, сьогодні прийду і буду дивитися на свій. Поэтому самый мягкий способ, допустим, значит, второй, так сказать, вот почистки, да, ви хотите. Вот, ну, запачкали ви, рано или поздно все. Ну, просто давайте я вам наведу приклад. Ось, наприклад, багато лайфхаків є в інтернеті. Ось кажуть, що можна золото чистити зубною пастою. Хоча деякі кажуть, що хімічними там якимось не варто. Хтось каже, що содою можна їх протирати. І кажуть, кожного дня це робити. Чи як ваша думка? Правильно? Ви смотрите, значит, по поводу золота, значит, я ж говорю, що це м'який метал. Он легко стирается, в том числе даже щетками он стирается. Поэтому с золотом надо обращаться очень бережно. Самый лучший способ избавиться от загрязнений, которые есть, это в мыльной водичке помыть и все. Потом промыть под проточной водой и высушить. Значит, но иногда есть у ювелиров такая... Значит, такая хитрость маленькая, значит, техническим вазелином можно смазать немножко, значит, изделие, оно тогда будет блестеть, но это недолго, оно, в общем, довольно быстро проходит. Но, в общем-то, это тоже предохраняет от изнашивания и придает вид блестящий, ну, как золото, красивый металл, действительно. Но что касается изделий, в которых есть камни, вот здесь надо быть очень осторожным, потому что есть ряд камней, которые очень боятся агрессивной среды. Ну вот, например, бирюза, она действительно под действием каких-то паров, там, кислот или щелочей, они есть очень часто. Атмосфера сегодня очень грязная. И они меняют просто свой цвет. Просто может камень поменять свой цвет. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Но вот мыло точно не зіпсує, так? От мило може користуватися, а пасту краще залишити на місці. Пасту, ну, опять-таки, смотря какую деталь ви. Если, допустим, у вас перстень массивный, золотой, ну там, ну, можна иногда, конечно, использовать и абразивные какие-то. Паста – это абразивный материал. Естественно, да. Поэтому, ну, ювелиры же пользуются ею. Потому что когда вы полируете металл, например, то же серебро пользуется пастой, той же пастой Гойя и так далее.
Или есть алмазные пасты специальные, но те больше для камня, для камней применяются. То краще брать какой-то специальный, так специализованный. Вообще-то говоря, выпускаются какие-то, я правда сейчас не знаю, потому что время прошло много, вот был очень хороший препарат прибалтийского производства аметистос. От слова аметист, камень, значит, небезызвестный, кстати, предохраняющий, да, вот. Алкоголизм, значит, всех людей, да, по верованиям, полезный. Значит, вот она очень хорошая была, это был состав, там 2-3 минуты поддерживаешь в нем изделие, оно очищается полностью от загрязнения, ведь главное это загрязнение. Вы захватываете свое изделие, там, кольцо это, серьги или что-то другое, руками. Руки жирные, остается грязь, камень, когда захватанный жирными руками, он тускнеет, даже бриллиант не будет так блестеть, если он запачкан грязью какой-то. Поэтому, конечно, надо чистить. У серебра, у него другая беда. Серебро – металл, который очень сильно реагирует на присутствие серы. И образуется серный ангидрит. Вот почему темнеют серебряные изделия. Так, це багато, до речі, теж я читала на форумах, дуже цікавляться цим питанням. Чому воно темніше? Темнеет, потому что пары серы, вступая в реакцию с серебром, образуют вот такую соль, значит, сернистую. Она темного цвета. И серебро темнеет, да, его надо чистить, конечно. Но из таких вот более-менее мягких, вот есть такой, кстати, действительно, с содой и с солью рецептурное предложение, когда, ну, на пол-литра, по-моему, воды, там 2 чайных ложки идут соды, 2 чайных ложки соли. Запомнятовайте. Подержать 10-15 минут, очищается, но потом надо промывать все равно. І не забувати, так, промивати поточно воду. І промить, просушити і немножко технічним вазеліном, значить, смазати. Від буде, передохранення буде определено. Все одно з часом знову почне темніти. Увы, це біда серебра. Ну, вже тут нічого не зробиш. Головне правильно користуватися і доглядати. Так, дякую вам, отже запам'ятали. Ми бережно з ним обходимося, з усіма своїми прикрасами, доглядаємо, кожного дня їх намагаємось чистити. Якщо у вас важка робота, то краще від них відмовтеся, зніміть і відкладіть, щоб вони були гарні. Дякую вам. Я нагадую, Сергій Росляков, ювелір, мистецтвознавець, сьогодні був у нас в гостях, поділився порадами, показав ось цю красу також. Це дійсно такі ювелірні вироби, дуже важкі в виконанні, але дійсно гарні. Дякую вам.